Всем привет! Я рада, что вы зашли на канал Tessa Art. Сегодня мы сделаем с вами объемный декор тарелки с помощью декупажной карты и салфеток. Список материалов будет в описании под видео. Для начала надо обезжирить поверхность и с помощью губки нанести белила. Пока тарелка сохнет, подготавливаем рисунок, вырезаем нужную часть и покрываем в три слоя лаком. При этом каждому слою даем просохнуть. Затем края истончаем с помощью шлифовальной бумаги. Но будьте осторожны, не порвите рисунок, сильно не надавливаем. Далее понадобится обычный ПВА-клей, им смазываем тарелку, кладем рисунок, сверху накладываем файлик и выравниваем пальцем или карточкой. Сверху по рисунку еще раз пройдемся клеем. С помощью губки и акриловых красок закрасим белые участки. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, а также заходить в раздел «Сообщество» на моем канале. Там вы можете писать комментарии, оставлять пожелания и задавать вопросы. Также заглядывайте в мой Instagram, там публикуются эксклюзивные фото и видеоматериалы. Все ссылки в описании. Берем салфетки, клей и небольшую кисть. Начинаем выкладывать ткань. Я захотела продлить платье и еще по бокам сделать рельеф и нарисовать деревья. Вам будет удобнее, если вы нарежете салфетку на небольшие кусочки. На самом деле все делается просто. Старайтесь особо не зацикливаться на том, чтобы сделать все как на рисунке. Даем просохнуть, и осталось только все раскрасить. Я смешиваю нежно-розовый цвет и закрашиваю платье. Также с помощью, например, фиолетового можно добавить тени. Коричневым цветом закрашиваю стволы деревьев, местами добавляя охру. Тонкой кистью можно нарисовать веточки. Используя несколько оттенков зеленого для листвы, накладываю цвета хаотично. Можно для красоты использовать перламутровый акрил, у меня это изумрудный, золотой и розовый, я добавляю его совсем немного.
В конце важно дать просохнуть нашему творению и покрыть лаком. Вот такая замечательная тарелка у нас вышла. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Instagram, выкладывайте фото своих работ в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видео. Пока-пока!